Нам кажется, завтра мы будем прилежней, и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, а завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны, туземцам о Боге вещать, и завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем родным, и завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно спешить. Ведь деньги не шутка, здесь надо подумать, нужда ж никуда не сбежит. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем. И завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь поведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последней предсмертном бреду. Оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую нужду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом, и завтра преклоним пред Богом колени. Не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыты в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет? Аминь.